А что если немножечко забафать Винкру? В этой катке вы увидите нереальную магию. Как призвать Рошана? Надо хороводик вокруг артефакта делать. Подождите, подождите, я сейчас наколдую, ребят. Ритуальные услуги. О, это надо не работает. Не хватает маны. А вы говорили, не работает. Очень жесткое комбинирование способностей. Зацеп, 1, 2, кнопочку мне. Да-да-да, сейчас будет, давай, делай. Хорошо. Ломай его. Ай-яй, ты посмотри, как ему больно. Так, ну можно двойку кинг, мне единицу там. Давай, делай. Сейчас его сожжем просто. Лол, смотри, сколько дамаги. Ну и, конечно же, большое количество адского урона. Очень круто. Сейчас я тебя спасу, дядь. Что копа хочет от меня? У меня нет братской кнопки. Мы залили ее. Хорош. Дал. Дамага пошла. Ты че, дурочка, что ли? Хорошая бесед. Нормально, я дерусь, нормально. Не пробьет. Досмотрите видос до конца и обязательно поставьте лайк за наше старание. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, а сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если немножечко забафать Винкру? Получится ли это жесткий РДДшник и будет ли это очень круто? Просто сжигать с первой кидается и все сжигаются. Сегодня мы будем делать эту жесткую комбинацию с моими... с первой. Так, короче, сегодня у нас в студии Онтонио. Да, здравствуйте. И Абдушка. Здорово. Сегодня мы продолжаем совместную деятельность по созданию контента, и Винтер у нас сегодня будет заряжен с помощью Бладсикера и с помощью второго спелла Эридара. Но будем кого-то выцеплять и пытаться делать вот такую вот грязюку. Ну, в принципе, должно получиться реально интересно. Ну, посмотрим. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Будет ли это какой-то интересный контент. Ну, и в целом, сделаем Винтру у нас керри, как в гайдах делал я, да? Керри Винтра будет, и которая будет такая, знаете, на расстоянии разносить. Но в целом, я надеюсь, получится интересно. Перед началом видоса обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на YouTube, на ТГ, на все соцсети, чтобы не потеряться в случае какого-нибудь коллапса, как говорится. Ну и все. Всем приятного просмотра. Жмите лайк. Полетели. Так, отлично. Все, отработал, пацаны. Порекламился. Вам слово. Что, мы перекати поле. Тишина. Перекати поле. Это звук. Да, такой этот, сверчки. Да что-то там пикают жесткое. Надо походу жестко играть, да, будет? Прям жесткую игру показывать. А сейчас я актеру команду раздам. Так, актеры. Там хайк пикнул сразу инвокера. Да, походу скилловый парень. Цау. Цау. Короче, смотрите. Выкатываем со дворов. Ладно. Нет, короче, качаю единицу. Как профессионал. Ой, а что ты куру купил? Бладсасер может тоже единицу качнуть и Эридар двойку. Вот. Прям сейчас? Да, я думаю, погнали на руну. На руну. На руне ФБшку, там кого-то под этого подцепляем. И понеслась. А где ты такой кослявый? Тебя не кормили, что ли? Меня не кормили в детстве. Вернись. Вермит. Пацаней. СПС. Осуждаем максимально. Короче, пацаны. Я мид. Ра-ра-ра. Чисто как этот. Собачка Пёсикович. Пёсикович. Там-там-тарам-там. Интересно, вот если я вот это напевать буду, у тебя поприлететь может вообще? Нет, не знаю. Там-там-тарам-там. Так, ну можно двойку кинуть, мне единицу там. Давай, сейчас его сожжем просто. Лол, смотри, сколько дамаги. У него что, смотрит не было? Ты что за дымыш? Это что за фигня? Дядь, это называется фишки Азиеса. Подписывай на канал, ставь лайк, смотри видосы и получай удовольствие, как получали фингеры. My ass. Тан-тан-тан-тан. Это что за музыка? Это дудка какая-то. Это из Гарри Поттера. А, ну так это ж нормальная песенка, нет? Ну там есть АП просто. Да? Сильное АП. Да. Не надо мне сильных АП. XLTB хочу сильное.
Аркадий, когда новая серия фишек? Я, кстати, реально жду, когда новая серия фишек. Блин, я не знаю. Фишки? Можно что-то написать, но надо сидеть подтещивать. А я не люблю, опять-таки, повторяющиеся фишки. Опять-таки, фишек очень много уже было, и некоторые фишки, они друг с другом контактируют. Ты понял, да? Армить? Или как? Наверное, нет, мне же нет смысла ничего покупать. Купи Атос, типа, если ты на фарме. Дискордик, дядьки, есть смысл взять. Ну, тут трейд-клик снайпер. Так вот делаем. Вот так вот делаем, спина не болит, да? А, у него, короче, сапог был, и он из-за этого рассыпался за 4000. Да он там и так, в принципе, рассыпается. Там такое количество дэмэджа, особенно силачей очень жестко кроет эта тема. Почему? А, типа в процентах? Она процентовочная, единица. Вот, и она очень жестко кроет силачей. Не смотрел гайдэзи, если я не знаю. Да, не смотрел. Слушай, давай рейс сделаем, я кикну его. Я знаю, что процент, но смысл, какие силачи, если на любого героя так же будет работать? Нет. Нет. То есть смысл в чем? У тебя максимальное количество здоровья сжигается именно с первых кнопок. Круто, там только я сказал фарми и все забираю. А я подумал, может Атос возьму, а ты Дискорд. Можно. Я уже взял Дискорд. Кстати, да, шутки про Дискорд подъехали. Ребят, давайте сделаем так. Парни, я предлагаю сделать вам Атос, чтобы можно было кого-то замедлить и на месте вот так вот расстреливать. Да, давайте. Атос, Дискорд и, ну, от вас раскачанная на сикере единица и раскачанная двойка. В армии тогда я их красить буду. Атос, Дискорд и Арамис еще. Да, и Портос еще. Портос. Просто до конца бегут. Жесть они у тебя там. Остановиться кнопка существует? Не существует. Я не могу ее закрыть. А я должен был закрыть, наверное. Я не могу. Да? Да не все могут, я вижу. Блин, как я соскучился по тому времени, когда... только начинал вот это гайды делать, потому что, блин, столько классных видосов там есть, и, к сожалению, их мало кто уже увидит, потому что лень чувакам видосы смотреть. Иншлёка пытается выгонять меня, я хочу с ним не жестко, а он хочет пожестче. Минокер пожестче хочет. Кто любит пожестче? Инвокер. Не надо, дядя. Габштурмфюрер. Не надо, дядя. О, Габштурмфюрер, это знакомо. Это из бесславных ублюдков. Бесславный ублюдок. Отдыши. Бесславный ублюдок, его так и звали. Там у них позывные были у всех прикольные. Габштурмфюрер. Что за хрень? Вы вообще в своем уме? Да, там мы смотрели с папашкой. Все угорали. Скажите, с какого поселения, господин Гаунштурмфюрер? Вот так вот, прям акцент на этом делает. На том, как он говорит Гаунштурмфюрер. О, смотри, он ударил Когу. Ударил. Бей его. Найс. Жесть. Чудо. Ну я тут ору с инвокера, инвокер актер походу. Ну я же сказал ему, он вначале команду отдал, там, типа, не сильно. Гена в натуре актер. Гена в натуре актер. Крокодил, типа? О, Лёха, привет. Лёха, привет. Ты как будто знаешь, что-то в комнату зашел. Чё? Или чё ты сказал? Ну, Лёха, привет, есть крокодил один. Чисто такой прикол. Ты такой что-то расскажешь, о, Лёха, привет. Как будто знаешь, ты либо ты в клубе там сидишь, знаешь, там знакомый подходит. О, Лёха, привет. Кулачками ударили. Ну ты вообще, конечно, актеп. Актеп. Так, пацаны, у меня есть мидас на 4-й минуте я сделал. Это очень хорошо. У меня 1500 ММР в Доте 2. 1500 у меня, я сейчас Дискорд куплю. На самом деле, соболезную, если у тебя 1500 там. Какие 1500? У меня за 200 часов 2500 было. Вай, я крутой. Я очень сильный игрок. Пирог. Вообще нет, если что, мне так
Жаль, материться нельзя. Да ладно, у каждого свое. Кто-то любит клубы, кто-то любит гей-клубы. Осуждаю. Да, кто любит, когда их в доте порят. Да. Как... О, я вспомнил историю, как чел заходит на стрим ко мне и говорит: тебе твои донатеры платят за то, чтобы ты их жахал, типа. Да, я помню, это же было. Смешная ситуация. Ситуация смешная. Ты же еще вроде, я помню. Не, ну типа не все, есть ребята жесткие. Жесткие есть ребята. Да у тебя вот новый какой-то появился, который постоянно потеет в каждой игре. Флютрипер. Вот Флутрапир. Да, Флутрапир он такой. Да. Потненький. О, опять Антоху выкинул. Меня все это время не слышно было. Я да, помню. Я думал, мы ты просто молчишь и тебе не интересно с нами. А что у тебя именно? Что за проблема? Может, я тебе помогу? Что происходит? Я тебя сейчас нет, нормально. Слышу. Серьезно? Не, сейчас слышу, сейчас слышу. Так подбайтил. Нет, я думал, он просто говорит. Все хорошо, дорогой мой друг, все хорошо, все прекрасно. Все враги куда-то подевались. Куда-то подевались. Ладно, я на Атос уже коплю тогда. У меня 1000 всего осталось. Да, Атосик, и будем по карте ходить кого-нибудь жучить. Я просто мимо крокодил. Мимо крокодил. А у меня топора нету, что будем делать? Антиха. Нету. Значит, рак. А что с ним такое? Смотри, он на прогулку вышел. Он от яда заболел. Он заболел. Не понимаю. Бедный кентавр, вылечите его. Он бегает, короче, вообще не возвращается даже на спаун. Ну, он с ума сошел просто немножко. Сумасшедший на голову, скорость ударила голову. Что будем делать? Я даю ульт. Погнали. Ломаем ему лицо. Блин, промах, как обычно. Жесть. Истек кровью. Блин, промах. Вот я так и знал, что вылетит промах здесь. А, то есть тебя, твой подписчик, один на один. Ой, у меня промах с лоу-граунда, как обычно, вылетел. Сорян, я не могу. Сострайк, дай сострайк туда. Смешно, конечно. Блин, это нас, это такая какая-то, я не знаю, проклятие. Мне нельзя вообще такой ва-банк идти. Типа лоу хп у чела остался. А у тебя всегда такая тема постоянно. Ну так, я если честно, сам в начале накосячил, не домикрил. Нужно было сразу нападать. А у меня, короче, герой тычку отдал крипу сначала и кдшку ждал на следующую тычку. Так я что на нормально. Я спортсмен. О. Давай. Тебе надо иллюзии? Не-не, я в лес пойду, мне нужно... Я фазы сделаю. Инвокера можешь курицу надо... закрыть? Да, я забыл. У меня тут мультикурьерство. Забыл. Жесть, этих куриц. Ладно, я одну спрячу. Сейчас. Отправим. Чё ты... Там это, может чуть немножко сказать, чё там? Или Эридар фулл фарм там? Кто фармит? О, да, нажми, нажми. Какая кога, господи! Ладно, у нас на клоке чел, клок, чтобы, вместо того, чтобы пукнуть, нажал когу, ладно, мы, короче. Пиши ФФ, у нас ГГ. Аркадий. Дай мне единицу перед смертью. Давай. Мне... О, меня спрятали. Я дал. Хорошо. Меня убивают. Сейф ТП, сейф ТП. Меня убивают. Супер. Ух, как ушел. Дамажит. Там все на инвокере накинуто было. Ты что, всех убил? Я, ну, двоих забрал, но я не стал там уже даст и юзать реки, я не видел. Да. Антох, тебя не слышно, да. Блин, что у тебя за траблы? Почему он отлетает у тебя? У тебя что-то конфликтует. Микрофон там, не микрофон, вот это что-то. Может, ты провод ножкой задеваешь? У него нет ног. Понял. Ой. Осуждаем максимально. Осуждаем. Просто все некоторые не знают ног, правду про Антона, сказать. Поэтому... А что-то даже... Что, у него пальцев на ноге нет? Даже я сглупил немножко, сейчас шутку хреновую выйду. Че, нету пальцев? Пальцев нет. А че? Он стоит? В смысле, как это нету пальцев, а в жопу что он пихает себе? Понял, все. А че он стоит? Трио стоит. Стоит, но он ждет паровоз свой, он трамвай ждет. Он перезашел. Перезаходит, да. Антонио! Антоха, Антонио! Антонио!
Ух, нифига там на топе суета. Блин, хорошо, что там есть несколько силачей, это радует. Ты можешь купить кларетку на пальце, пожалуйста? Кларетку. У меня тос будет. Мне? Купить тебе? Ну что-нибудь, дайте. Да, на-на-на, конечно, куплю, я не жадный. Антонио! Алло! Да-да-да. Алло, мы слышим тебя. Здравствуй, дорогой друг. Как ты? Здравствуй. Вот пошел убивать Свена. Так, давайте... Давайте, может, что-то закомбиним. Я, в принципе, могу. У меня единица раскачана. У меня надо... Blood Rage 3, я тот есть. Давай 4 Blood Rage. Давай. Чтобы фул комбу. 4 Blood Rage сделаешь, я приду. Давай тогда кабанчиком это, ну, Смита как-то. Метнись, да, кабанчиком. Да. А я не, я может, молнию дофармлю. Окей. Пока ты левел доапаешь. Мне 700 золота осталось. Сейчас я на низ тогда побегу. Чтобы соло... Хотя я тут тоже неплохо апаю, человек стоит. А, да у тебя чуть-чуть осталось там. Давай тэшку за этого запинаем. За этого. Ребят, в общем, кто не в курсе, как это работает. Это работает просто, на самом деле. У Ридара второй спел увеличивает весь урон. У Бладсикера тоже весь урон. Соответственно, урона становится очень много. И можно раздамажить огромное количество. Так как у меня первая способность — это процентовка, то есть она от данного значения здоровья начинает сжигать посекундно здоровье, то там улучшается эта вся тема по процентам. И очень много наносится урона. Просто много. То есть за один плевок там начинает где-то процентов 20 сжигать от нынешнего запаса, то есть от full хп. И, короче, там жесткая математика, я не буду вас в это углублять, просто большое количество урона. Вот просто вот так вот скажу, и вам будет так более понятно. Так. Погнали на топ. Антоха, если ты что-то говоришь, мы тебя опять не слышим. Алло. Да-да, ты вот, тут, хорошо. Так, нам, короче, смотрите, на мне лапы, и пойдемте в лесу, Легу, может, найдем там какого-нибудь соло. Пусть снайпер — это неинтересная цель. Интересная. Мне единицу. А если ты еще и на... того, кого мы бить будем, кинешь единицу. Можно на сикере, то это вообще будет страшно. А на Антоху нет, да, смысла кидать? У него не работает. Нет, двойку, не, просто не. Двойку. О, закрывашка. Опа! Да, закрыл. Проверяй. Второй кинул на него. Давай. А чё ты его не избил? Я вроде бил его, но не добил. Это ты, да... А, остановил его. Давай. Второй кинул на него. Кинул вторую на Свена. Хорошо. Ща, и долбя, рядового Абу-Даби. Этого тоже заберем. Замедлил его. Блин, долбите так его. Как же дамажит. Жестко. Блин, куру слили, правда. Дай крипа. Да, бери, я чуть помогу тебе, подобью его. Все. Сейчас молния вылетит. Не-не-не, дальше сам уж. Оп. Сюда. И то сдель, кто кури сидель. Нам нужно кик легиона, не пикает, собирает лотар. Накачает, один собирает лотар. Снипера кик. Вот они потом один останется. Привыкли кикать. А ты один будешь. Он что тебя играет? Он что тебя санстрайком прижал, что ли? Да. Нифига себе, попал, да? Да, хедшот. Следил за тобой. Он пишет нам, типа, свой план на игру, что нам нужно сделать. Что им нужно сделать. Но нам надо как-то ответить. Да, нечем отвечать. Выйди, дай мне лапы. Есть раптура. О, кинь раптуру, дядь. Лапы, раптуру. Давай. Вот на вот этого покемона. Ух ты, убегает. О, дай его принять. Все, раптуру не надо, там его зафокусили. Я ему дал лапи. Ломай его. Там вообще дамага сыпется. Лапи. О, у меня досты есть. У меня досты имеются. Он течет. Возбудился, да? Блин, ну есть... А ты на 70 тысяч машину разыгрывать свою будешь, новую синюю? Конечно. Бюджет моей машины сейчас где-то 3 100 000. И я вот думаю, с Ютуба я сейчас получаю 8 тысяч рублей в месяц. Я думаю, в принципе, обоснованно разыграть. Ну, это с монеточки. Ну да, с монетки. Блин, вот бы работала, да, монетизация? Ты вот так лутал. Да, выходило бы неплохо. Но я не жалуюсь. Ладно. Ну, 8 тысяч на покрытие коммунальных услуг. Да, хотя бы что-то.
Че там, двойку, единицу, Антон, хоть снайперу там, одну тычку дам ему, он там полетит. Ломай его полностью. Жесть ему там домагнуло. Ты видел, какие у меня огромные уроны? Да. Ломай. Лежижон идет еще. Там мне единица. Дал ему, он течет. Ой, он сильно течет. О, мало демеджа мне, мало. Да в смысле? В смысле он меня перебил просто? Бежим, Антоха, бежим. Антоха, не оглядывайся, беги. У меня если б молния, кстати, прокнула, забрал бы его 100%. Давай, секунда, да когда дисторшена было, к сожалению. Дисфракшена, да. Дизрипшена. Ой, а еще у меня, а еще нет. Дисторшена нет опять. Беги! А почему меня, почему меня стоит рядом радарчик вкусный, синий? Синий. Ты что будешь разыгрывать на 70 тысяч? Да, блин, еще неизвестно, что будет вообще в целом, и будет ли вообще всегда. А, это клоун. Клоун, вот он, это клоун идет. Запах замеса, у него ник. Запах. Ну, инвокер, конечно, там жесткий. Антонио. Антонио. Ты не видел этого, типочка? Нет, я чисто порассказывал, то, что он там леопардом лежит такой. Да. Антонио. И такой язычком. ТП на низ. Сейф ТП. Сави тупо. Чё, размажем его? Убьем его. Вдвоем убьем, думаю. Давай. Блин, там Лего с под санстрайками может работать. Блин, не могу вторую кинуть под крипами. Он инвизабилити нажал, он думает, он неуязвимый. Куда ты, родной? Роднулькин. Прибил его своим огромным блудрейджем. Туда. Молодцы, ребята, да. Молодцы. Вы, оказывается, шарите в этой теме. Молодцы, ребята, мальчики. Как там... Пойдем Тэшку сломаем, пацаны. Мы совместно тут. А чьи варды в курица? Курица. Ну что ты его блочишь? Играй нормально. Что ты как... Да он на меня нажал, он на меня... Психотерапевт какой-то ты. Он мув на меня нажал. Это привычка у тебя постоянно блочить. Так это нормальная тема? Это хреново. Когда ты тиммейту это делаешь. Тиммейт идет лоу хэповый на колодец, он блочит его. Зачем? Чтобы со страйком не попали, видишь, там инвокер. Я о нем забочусь. А его осуждаю. Здоровье. Осуждаю заботу о инвокере. Ментальном, физическом. Здоровье, понимаешь? Здоровье. Нет здоровья никакого. Че, есть телепорты на топ, пойдем? Ну тут, по-моему, тут наш клиент на легионе. Легионио! Давай, ломай ему. Ой, бро, 3 тычки. Лол. Он думает, откуда? И откуда такой дамаг? 3 тычки. Просто 3 тычки. Хрен! Хитр! Хрен тебе! Сейчас я скади сделаю, чтоб на месте держать вообще. ГГГ пишет. Да что ГГГ? Куда ГГГ? А ты не тестил? Можно значение мувспида в минус сделать? В минус нет, там все равно останавливается герой. То есть он едва двигается, это как бы считается 100%, но он все равно двигается. То есть вот, типа вот, даже вот, ну еще медленнее, ну вот так вот где-то вот. Вот как вот герой Винтер сейчас дергался. Свен еще мом собрал, найс. Вы представляете, что будет под момом? Плюс единица, плюс двойка. Так, я везу себе этот... Везу. Форс везу. Форс стап. О. Рикимара пошла. Антоха, сентрик сюда. Ау. Идет вот этот. Викиш, Мартин. Давай мне единичку. Она висит. Ничего себе. Емха. Он по прямой бежит, а я он по прямой бежал. Ладно. Че, Тэшку вторую заберем, да, наверное? Ой. Сейчас это проказ будет какой? Давать, чекай. О, спасибо, это чей форстав? Настоящие герои не носят это... площадь. А, найс, спасибо. Гениально. Я ХГ не я пойду, не надо ХГ нам идти еще. Не, ну там кого-нибудь шотнуть можно красиво, но ХГ не надо ломать. Надо топ пойти. О, смотри, лежижон. Есть кнопочки на лежижона?
Антоха далеко, что, дождёмся Атиху? Да. Я бы такой бы кикнул бы... Блин, Клока не кикнуть. Идите сюда. Он в инвиз ушел. Антоха... О! А я не вижу, нет. Да забейте. Скади есть. Ладно. На. Скади у тебя? Йоу. Да. Это сколько ты фармил? А, ты столько килов. Да немного я фармил. Они в хаге зажались, бедолаги, что-то. По-моему, они очкошники. Сколько я понял. Они нас боятся. Так, давайте я не буду линковать, мы будем просто ходить. Пойдем на топ. Пойдем. А то за нами Клок, и как только я линкую, за нами Клок и Пит идет. Как боты, знаешь, как в карте с ботами они. Да. На них нажимаешь, линкуешь, они бегут с тобой сразу. Как в 90-е двигаемся. Группировка. Один большой, другой с плащом, третий. О-о-о, есть кнопка. Антонио. Я не могу дать анимации, я хватает. Увы. Уинск. Я гем сейчас возьму, полегче. Да, где гем надо, гем. Да. Пойдемте вот сюда. Блин, я не могу линкан. О, Рики, Рики, Закрывашкин. Антонио, двойку там. Тосики там. Дал. Чувак сгорел на работе. Хорош, меня напрягает. Вот я не слышу. Да, кстати, ты потерялся. Меня напрягает, что вот эти два чувака за нами ходят. Не дают контента давать. Сейчас кто-то мид будет по-любому дефить. Вон Лего опять идет с фардами. Пойдем к легиону. О, Пит улетел. Дайте. Так, у тебя. У меня есть лапа, если что, на лице, да? Есть. Дал. Ема. Вообще он там. Форснулся. Свен. Нету рейджа. Дал ему Атос. Но поставлю вард. О, хорошо. Нам вард снять. Единичка обновляю. Пока. Сам поднялся на ХГ. Хорошо. Дал в Шинобеля. Замедлил инвокера. Хорошо, снайпера душу. Души. Форснул в ПК. На ХГ он не видит его. Хорош. Не, ну почти на вставочку прям. Дамажит жестко, конечно, прям. Ну да, что-то нереальный дэмэш какой-то. Дамажит. Это как Феникса, лучше только тычками и быстро. Да. А ты прикинь, если бы еще старый сыкер был бы, сыкер. Да, да, я вот... у меня, короче, огромный список был контента с Бладсикером. Но они, короче, пофиксили все. И контент сейчас менее такой, менее жесткий получается. Можешь озвучить Свена, вот, что он пишет? Или Атарси обрали легион, не имеет права на чат с игроками. Не имеет права на чат с игроками. Что? Они тавр заденайли в миду. Вот негодяй. Негодяй. Есть гадяй, а есть негодяй. Я хочу, чтобы питлорд... Пит, го. Го, пит, го, тут го, на рейке же ладрайш. Ильта. Я хочу, чтобы питлорд погиб. Давай, можем. Я не могу его... Блин, да убейте питлорда этого, ё-моё. Что вы... Чё я такой короткий? Я хочу, чтобы... Блин, этот Клок и питлорд мешают очень сильно играть. Я мид не буду ломать. Они как будто я на победу играют. Да я мог его сейчас убить, надо было нас настраивать. Пойдём, Рошана. Просто страйк. Фига легион тут вардит. Офигенный чувак. Ну, Варди, конечно, Варди он ставит, да, Варди. О, ко мне? Ой, о, почти, но МХ. А он что, с автом? Что с автом? МХ. Бей его. Он домой уходит. Ой, не сейчас портанетесь, отходите от него. Пойдем, пока пита нету. Кого-нибудь поймаем сейчас, там, двойка, единица, там.
Антонио. Антонио! Мы тебя не слышим опять. Да, кстати, Антон как потерялся, так... Блин, вообще хреново, надо как-то пофиксить эту тему. Да в телеге, наверное, не будет. Так. Да, в телеге точно. Или если он в телефоне будет. Свена бы, блин, поджечь. Опа, инвокер стоит. Смотри, какой он. Хитер бобер. Да я думал, он форснет, но он боком стоял. Нормально. Полубоксом. Пит уже пришел, пока мы тут растележились. Вот Пит. Пит. Го, Пит. Пит. Пусть идет, умирает. Я там постараюсь подморозить его, чтобы он умер. А я форсну его тогда туда, вот поближе к юг. Ой-ой-ой. Двойка есть ему? Я не буду ее сейвить, мы же хотим наоборот. Замедлил. Он течет. Ломай ему. Все. Нормально. Найс. Единица быстро закончилась. Ну, можно прыгнуть на этого, я думаю, на там лег этот байбекнулся. На мне единица значит? Есть. Октарин, я думаю, насчет октарин. Сейчас шарт возьму, чтобы быстро накидывать. Снайпер просто бабочку делает. О. Пацаны, у меня проблема небольшая. А ничего, я мог перебить сейчас в теории какой-то из вселенной. Джейсон из-за клонов хилится. Имбаланс. Умер. А мессир. Мессир. 1-3 у человека счет. 2 ассиста. Мессир умер. Ой, хорошо. Мессир. Мессир. Вот там кто-то пошел. Ты, ты купил маршрант? Маршрант. Маршрант. Маршарант. Надо. Пойдет. Блин, мы их зажали вообще в ХГ жестко. Ну они, да, какие-то эти, да. Морщранд. Ножки у них трясутся. Чё, тогда, наверное, этот сделает или Октаринчик. Как думаешь? Октарин норм будет, да. Ну, типа, КДшку снизить с первой способности еще сильнее. Я думал, Котла сюда добавить, типа. Ну, и котел как будто хорошо. Котл знаете. Плюс Октарин, там вообще без КД почти будет первый. Рубика прикольно, котел работает с Рубиком. Ульта может сразу 2 скилла воровать. Тут кто-то идет. Без этих. Без ухищрений. Развернулся. Блин, жалко Антона не слышно, конечно, такой. Угу. Без Антонио. Кучновато. Свен идет. Ой, Свен, надо... Ой, ну я тебя подсейвил чуть-чуть, мне кажется. Хотя, может, и не подсейвил. Замедлил его. Ломаю. А инвокер стоит. Как наяривает. Не стоял. Блин, я просто настрелял там. Тух-тух-тух. Ну что, ломать не будем? Не, я не ломаю. Я пойду под единицу еще кого-нибудь задушу. Снайпера, может. Надо, походу, еще одну пойдем просто. Да, все в ТГшке. Чтобы Антоху слышно было. Ой, жесть. Ой. Нормально, я разношу тут под колодцем ботков. Это твоя первая ульта, да, за игру сейчас была? Нет, почему? Я ультовал уже до этого. Давал? Блин, ну давайте, наверное, что-то со связи сделаем. Мы One More Time сыграем. Mm-hmm. Стратегия рабочая. Все работает. И сделаем One More Time. Всегда есть на помощь, может прийти WhatsApp, Viber или какие-то там еще другие. Не, нормально, хорошо получилось. Я думал, будет намного хуже в плане того, что как-то спеллы не будут ложиться друг на друга, да. Ну, я тестил как бы в разных этих, было нормально. Думал, в игре может как-то отличаться будет. Но в целом работает, все красиво. Да, ну дэмэджа очень много. Да. Прям очень много. О, чё? Отлагал. Чё, сносим? Да, я думаю, ломать можно по чуть. Чуть ломаем тогда. Ну, а мы идем в One More Time, ребят, чтобы поискать лучшие моменты. Надо за себя прям крипов каких-то закинуть, прям 4-5 слот, чтобы не были такие ребят, что более-менее что-то понимают и как-то идут куда-то помогать. Ну и Антонио сейчас восстановим по звуку. Он пощадил меня. Бисмилля. Он пощадил, прикинь.
Он не стал бить. Бестселлер, брат, да. Бестселлер. Бестселлер. Ломай. Нормально, я там настрелял. Свен прыгнул, ничего не понял сам, что произошло. Он три раза ударил, я на одну тычку, он просто разворачивается и убегает. Сейчас Антонио. Давай, давай, давай. Антонио есть. Прибей меня со страйком, прибей меня. Найс, у него задержка в голове. Берн, нажимаешь, я тебя форшу? Меня не надо форсить. Окей. Ты инвокер рассыпался просто. Да это у это ГГ типа. ГГ. ПП. ПП. Наяривай. Вау. Жесть. Но первая катка максимально непонятная по контенту, ребят, поэтому мы пойдем еще одну и надеюсь в некстовой катке получится прям намного интереснее, поэтому погнали next. Пацаны, пикайте. В общем, начинаем, ребятки, плейть. Пропикали. Оппонента же взяли. О, два силача есть. Хорошо. Три силача. Да ладно. Три силача. Хорошо. Хорошо, ребят. Кажется, будет мясо. Может быть. Может, да, может. Магомед не умирающий. Осуждаю. Ну что, он скелетоном играет? Мага, мага. Скелетон. Давайте, ребят, по такой же стратегии двойку, единицу и на руну. Блин, я думаю, может Orb of Venom взять, попробовать, чтобы замедло еще. Ну, с рейнджевого рейнджевика всего 4%. Не то совсем. Дурак. Все. А у вас 12 было. Блин, что ж такое? Не умри так. Но эта катка прям сочная должна быть. Секир. Башка секир. Дашь слава? Alright. Alright. Все-таки нолик. Нолик куплю, нуликович. Ребята, не забывайте поддержать лайком видос. Обязательно напишите добрый комментарий. Ну и конечно же попробуйте эту тему с друзьями. По-любому надо попробовать. Я вам рекомендую. Блин, да че ж девятый-то не пикает? Это актер что ли? Пикай, актер, пора, уже пора, пикай. О, пикнул. Блин, опять же напишет, что актеп. Ой, короче, пацаны, не забывайте подписываться, ну реально, ну ваша поддержка... Лол, хотел сказать, ваша поддержка, моя ловешка. Пойдем, пацаны, не втухайте. Антонио, Бладсикеро. Ой, я случайно эрку нажал. Но она кдшится 50 секунд всего. 50 секунд всего? Да-да. Всего лишь. А что стоит что-то? А, ну это же сильный скин. Очень сильный. 50 секунд стой. Всего кдшится. Всего-то. Надо максимум. Там 20 что-то. Пойдем на топ. Всего, Лего да. Пусть на низ идет. Нафиг. Не хочу, чтобы нам кто-то мешал. Лего Диас, да? Лего Диас. Пойдем, а ты куда идешь? Чебурек. Я? Да. А, да, ты уже. Да я сижу, копаюсь, может кто-то смогу. Копаюсь в заднице. Нет, Швободаб думал, могу сказать. Швободаб думал, какой Швободаб? Это кто такой? Швеб. Жести такого нету. Не продумай, Элдуров, быстро, измените. Ну не успел, задержали его. Подождите, пацаны. Не успел, задержали. Осуждаем максимально. Так, пацаны, смотрите, план такой. На кого двойка попадает, Антонио? Ну, да, тот того и надо душить, да. Кто поближе будет? Мне единичку полетели. Кто там, кого там? Просто деремся пока. Кто там? Апуджа. Алхимик. Не, Пудж? Пудж? Да, Пудж, хорошо. Мне кажется, не заберем. Я сначала подумал, что на алхимика дроп. Дал. Еще тычечку. Пукни ему в рот. Есть, хорошо. Хотя бы так. Ну, второй раз делаем ФБ. Мне сначала показалось, что на алхимике кнопка. Не-не, он просто сам по себе рассыпался, хорошо. За это тебе так показалось. Ну ладно. Так, куру себе взял. А, я понял, почему он рассыпался. Хорошо, у него шмоток нет. Ты мне Абатине пишет. Вак. Не писал? Нет, и у меня ДНД. ДНД. Он пролагал, да? Он пролагал, да? Ты слышал? Эй! Да? Я лагаю?
Да нет, норм алло. Вроде. Не, не, ты пролагал, когда говорил. Но ты лаг... Ну ты работаешь, все работает. Ты работаешь. Ты работаешь. Антонио работник века. Я блин, же... с тиником Антони Гес. Антони Гес. Да. Антони Гес. Итальянец или испанец? Обсуждаем эту тему. Обсуждаем. Подожди. Активно. Антони Гес. Антони Гес. Антони Гес. Это что, фамилия такая у тебя? Не, это так у нас детский мем. Антони Гес. Антони Гес. А кто ты, получается, по происхождению, если этот... Бандерас это кто? А кто Бандерас? Он португалец или испанец? Вот, да, типа, получается, ты Антони Гас испанец, да? Ребят, у меня, короче, тут фарма особо на меду не будет. И если вы придете, да, условно закроем, двойку положим... Единицу кинем, так. Заберем алхимика, будет очень хорошо, потому что он спамит просто ацидом, и я не могу фармить. Такой уж герой. Денайт вообще не получается. Найс. Под тавером просто стою и под тавером ничего не могу заденайть. У меня. Сейчас сапожок куплю и прибегу. 4 крипа у меня просто. Просто под тавером стою. Алхимик без монетки, если что. Он пуляет постоянно крипов. Я забрал ее. Отжал. Насколько же легкий мит у алхимика, просто жесть, я в шоке. А ты хильнуться даже не можешь. Не, я могу хильнуться, но я не хочу. Качать хил. О, вот это хорошо. Спасибо. О. Надо, чтобы Антонио зашел в спину, кинул единичку, там двоечку, и я там поддержу всю конту. Антоха левел покапает, я ему соло ловил. Да? Блин, просто да, у фрилайн был, я подапал, но я иду. Хорошо. Надо в смоках. Я вам нужен там? Да, мне единички кинешь, мы чтобы закомбинили его прям. Сгорел, чтоб тип. Жду. Секер. Он сейчас подойдет. Там надо как-то вот так вот. Чтобы обойдите его так сверху. Смотри, уходит. Вот поэтому смокар говорю. Там может быть и третий глаз, не забывайте еще. Мы же в пабе. Ладно, летит, летит. Че, накуришь меня? Смотри. Я про смог говорю. Ух ты, нифига себе, там я иду, я ребят. Я бой. Меня сейчас сломают. Нормально, я бегу. Мне единицу успейки кинуть просто. Да. Хорош. Все, полетело. О. Эх, все, закончилось. Закончилось удовольствие. Фингер. Тангус, да. Сейчас тут руна будет. Ты ее типа один раз, да, ударил? Да, да. Хаста. Внизу монета. Но он не заберет алхимик. Да, надо алхимика разочек. Он очень грязный, непомытый. Надо помыть его. Помыть, давай. Катнулся подальше. Антинио. Давайте я его цепану. Давай. Цепанешь, нормально будет. У меня 4 секунды. Погнали. Зацеп, 1, 2, кнопочку мне. Да, сейчас будет, давай, делай. Хорошо. Ломай его. Ай-я, ты посмотри, как ему больно. Жесть. Nice. Блин, это очень круто, реально. Да что ты не попадаешь, Курочкина? Блин, хорошо было бы, если бы я сейчас забрал медас купил. Пол старый помидор. Да, да кинул бы мне первый, зачем хилку? А я хочу мелань. На денайл бы. О, старый помидор. Помидоры тают. Помидоры тают. Ну да, похоже. Алхимик. Как же легко ему. Чебурек этот. Вообще алхимик чебурек. А у меня нету маны. Я надеюсь, я в клонах потеряюсь, но она все равно в меня дала. Вот дура. О, старый помидор. Ишь.
Алхимик, алхимик. Хорошо. Ну, у меня почти раскачанная единица. Почти. Медасик есть. На 2 минуты позже, конечно, медас, но в целом пойдет. Это потому что Антоха украл. Да не, не украл. Там я не старался там динайть. Там именно главное убивать же вначале. Там уже как пойдет. Лови его! Низ руну я не побегу, сапога нету. Алхимик перегонит. Типа они все на тебя потратили, я сейчас бить буду. Ну и ваш. Ну я их сломаю сейчас за это. Сюда. Ну ладно, я погорячился сейчас. Я погорячился. Хорошо. У меня тогда Атос на 10 был. Сейчас вот такого не будет уже. Атос на 10, да ладно, сейчас будем комбинить, эта игра поинтереснее будет. Там скелеты, все на вот эти. На низу монетка. Забрал он уже, алхимик по всей карте пробежался уже. Жесть. В инвизе здесь идет, ты можешь один, да, два. Я понимаю. У меня центри нет, если что. Да, да есть, то центри, шмиду стоит. Делай. Я встаю под хук, чтобы он не забрал его. Нормально. Ай, двойку задоджил. Дал. Бьем с руки, с ноги. Ломай его полностью. Хорош. Найс. Не, нету там третьего глаза, алхимик бы так не стоял. Хорош. Красота. Ну, давай резко дождемся и резко придем опять на смоке на курину. Давай. Да. Арканы купим. Давай, идем. Но я бы тебе не советовал со мной курить, мне 17 лет. Осуждаю. Смотри. Все нормально. Че, сделай? Пусть выйдет, спустится. Окей. Вот сюда хотя бы. У нас смог через 10 секунд кончается. 9. Ну вот здесь можно уже. Антонио закрывает. Давай. Чуть-чуть от крипов. Во, вот так вот. Отлично, идеально просто. Двоечка, мне единичка и полетела. Останавливаю его на всякий. Ломаю его. Смотри, как просто его задушивает. Ломаю. Ебой, вы просто посмотрите, какой это дэмэдж. Это нереальное количество дэмэджа на самом деле. Алхимик под смотрите, киндер. Кнопкой. При том, что у нас, по-моему, Blood Rage не дамакшен, да, еще? Не, у третьего левела все. Сейчас получил. Третьего. Руптуре будет, еще раз можем раскурить. Че? Раскурить, да. Раскумарило меня что-то уже. Хорошо. Так, я, наверное, также в скаде. Молния в скаде сделаю. Стандарт. Найс. Изи дуэль для легиона, для жижона. Лежижон. Санстрайк, Аркадий. Санстрайк. Андрей, санстрайк. Андрей! Нет, санстрайк, пацаны, не качал. Алхимик, походу, плюнул в лес, пошел. Вайя. ТМ, как вам полетело? Я рекомендую вам уходить, вы там нафидите сейчас. Ну я спрятался, меня не найдут. Найдут, не переживай, если захотят. Меня нашли. Я же говорил тебе, сын мой. Миха! Все, РЦМ-ка наигралась, походу. Эй, неинтересно так. Не надо, дядь, ну, пожалуйста. Нет. Леша Мир, 93-го года. И вообще не кайф, если там дроп. Самое вот только интересная игра начинается. И, ну, в принципе, я помню, у меня было такое проклятие, что почти каждая катка, она вот такая. Когда мы Феникса записывали, начало сезона был. Да. О, Lost the Connection. А, ну все, у него Lost the Connection и все. Сегодня в сети. Ну, я надеюсь на... Бывало что такое, раз? Что когда нету вот здесь, даже бывало отлагивало, не знаю почему. Может, что, сразу ред делаем? Или играем? Да нет, играем. Я чё ред делать уже смысл? Хоть их и 4, там силачи. Ну, типа, блин. Не, ну они сейчас приоденутся. Да, оденутся. Будет интересно в любом случае. Просто это круче было бы. Тактика.
выкинуть вот, саппорт. А саппорт отработал в начале игры, и все, от него избавляются. Круто. Это вы, это керри придумали, да? Как громко алхимик заявляет, смотрите. Бей слабых. Как алхимик громко заявил, я видели? Я считаю, что это надо вот так вот скопипастить, и когда мы будем его убивать, это в общий чат писать. Что он там написал? Иди, да? Нет, он написал «В рот дам!» Давайте в ротов. Осуждаю. Ну все, я умер, ГГ. Че тут играть? А, ну можно ливать. Ну да, чё. Не надо, дядь. Нормально, не надо, я с леса на лайн, с лайна на лес. Да, я не буду подходить. Я так, я тут в лесочке стою, сам подойдешь. Ты чё? Можем его убить. А. Пацана. Какого? Химоса? Ну, он пулит просто и отходит, пулит и отходит. Внизу. Ой, баунти внизу, тут рега. Я за регаться схожу сейчас, на базу не идти. Ран, Нося, ран. Я тебе манны привез. Не надо, Руси, я возьму здесь. Я уже залил. Залил. Я тоже залил, дочке полтора года. Понял. Жесткая шутка, да? Че, обходим. Сбоку заходи, сбоку. Антонио, да, да, да. 1-2 там. Опа. Я вот так сделаю, двойку кинь просто. Все, ломай. Понеслась. Вай. Просто вы посмотрите на это количество урона. Это нереально. Интересно, он купнет меня? Попробуй. Блин, а вот просто представьте, если бы Бладсикер был старого варианта. Нет, да там 6 дамажа было. Да. Он хукнет меня, вот я стою просто. Да хукнет, наверное. Ну пусть попытается. Хотя бы, просто попытайся. Ну я что думаешь, просто так тут стою? Лаги. Забайтился же. Господи. Как это сейчас? Это смешно выглядит. Лаги, знаешь, такие. Кстати, давайте я, наверное, вниз выйду, телепортнусь. Надо бы, наверное, этого забрать. Леорика. У него реса нету. Вы же рес сбивали? Нет. Сбил и рес был. Есть ТПшечка у меня, заходите, я нажму ТП. Я уже здесь, если что. Антон, 1-2 там. Первый нет. Ну тогда просто вот так первый принимаю нет. Пока что. Даю. Хорошо. Ломаю ему. О, тычка. Тычка летела. Как крипулечка вообще. Блин, очень жестко бустит на самом деле, прям. Смотрите, вот тут еще кто-то. Пойдем. Это путь был. Это путь. Это путь. Это все потому, что он жирный, и ты на это намекаешь. Это Руджи. В принципе, мы можем работать через 1-2, сейчас смело алхимик там бегает, что-то туда-сюда, вот это. Все, можем. А почему у тебя во рту красный шарик появляется, как кляп, типа? Это кровь. Потому что настроение. Смотри, там у алхимика хоста была, если что. У нас летело. Антон зайдет сверху, нормально будет. Подожди, он сейчас сам спустится наверх. Я запуджу. Да, он очкошник. Во, давай. Двойка. Я не успел. Тут не так это работает. Все, во время пуржа типа не работают эти никакие усиления? D2 пурж работает постоянно, пока действует ульта. То есть этот пурж бесконечный, а не на момент. Не, он только на момент диспейлит и все, а потом поехал. У меня КДшка была, я бы дал. Что это такое? Батчер. Не реагируется. Сейчас, подожди секунду. Батчер. Единичку, дай мне БС. БС, единицу. Один. Дал. Ломай. 2000? Йоу. Догоняй его. Газую. Хорош. Отсуждаю максимум. Ну это он писал, он, видишь, даже с автором. А с автором, как будто это невозможно подделать, там роспись, там подпись, знаешь. Ай, бро. Ну ты шутник, конечно. Ну а чё он не пишет, блин? Зачем писать, если не можете вывести на словах? Не только на словах, но и на деле надо вывозить, да? У нас проблема, Найкс у нас сидит в лесу, лайны пушатся.
Короче, надо ТПшечку брать мне, пару ТПшечек сразу возьму. Не, как будто лучше, чтобы он в лесу был, а не играл, потому что он... Да не-не-не, у нас просто лайны просаживаются. Обрати внимание, мы спушили только один лайн. Опа, Антоха, я это заснял, Антон. Я заснял! Я заснял то, что ты сейчас сделал, но кажется, тебе сейчас попу порвут, да? Блин. У меня нет телепортов. Ясно, мы без ТПшек гоняем. Я вниз как дурак шел. Прекрасную игру, Дота 1, защита древняя, часть 1. Убивают! Нифига там. Жесткая будет игра. С нашими парнями делают всякое онлайн. Всякое. С нашими парнями делают всякое. О, эти названия видеороликов. На мид давай. Есть на мид, Антонио? Нету, КД ТП. Я бегу. Я бегин, бегун, беган. Мы на топе тут деремся, тут много героев. Бегу, пешком. Я иду, у меня все как в тумане, меня хочет ухухнуть жирный дед. Вы выжили. Рада за меня? Я его соло захреначил. Что ты хотел сказать? Что там было? Захреначил. Не-не-не, там что-то на ху начиналось. Хулахуп. Хулахуп. Хулахуп, стоишь. Крутишь хул. Это вот этот кольцо такое, которое на животе ты крутишь. Это какой-то как обруч, да? Да-да-да, хулахуп. Ой, бро. Ты не смеши меня так сильно. Живот лопнет. Так песня такая про мне. Похлебишь меня, бро, пожалуйста. Хулахуп. На Легионе, походу, умнее. Он манго покупает. Манги. Антонио, ты где, если что? Ты в кустиках, да? Двойка, единица. Закрывай. Мне единицу. Хорошо. О, найс хук. Хук такой. Отчаяние. Он до астрала дал. Он до астрала дал и не прервал его. Хук отчаяние. Нормально мы тут разнесли их. Прибили Магомеда на земле. Надо его выйти. Ой, зря я это сказал, простите, братья. Осуждаю. Я имел в виду конкретно эту. Не, ребят, не, ну, мы просто стараемся шутить, чтобы вам было интересно смотреть этот видеоролик. А тем, кто не смотрит сейчас в данный момент, а просто в альтабе слушает, чтобы вам был какой-то, ну, интерес. Не достаю. Но я дал перед смертью. Нормально, дал перед смертью. Дал. Можем Рошу, кстати, забрать, если что. Дал перед смертью. Кому ты дал перед смертью? Ну нет, о, река. Ну да, до легиона нафиг. Пусть сливает. Вот тут товарищ. У него, кстати, я почему-то одни фейзы на 17-й. Там алхимико. Алхимик. Ты же не заберешь шаны, зачем? Я не заберу, надо вместе с вами. Ну, можно драться, в принципе, гангать, надо пушить, вот это надо открыть, если варды стоят. Ой. На миду кормушка, блин. Че, подеремся, может? Да, на миду кормушку сейчас сделаем. Кормуй. Вот там мусор под ультом. Найс хук, бро. Меня Акаша сейчас это, ну, блин, сделает из меня. Печалька. Отходим. Сколько у тебя арктик? ПДшечка пока. Не столько? Я тебя вот так подсейвлю. Нормально. Мы сейчас Queen of Pain. Ага. Я миссанул. Нормально, он же. Он рестнется. У меня нету маны на кнопку. Окей. Беги. У нее все есть. Да я улечу. Ой, как тебе повезло. Прямо сейчас. Блин, арчит купила, прикиньте. Печку дал. Это Симпл в лучшие годы. Да, до кика и знали. Найс, ты дуэлишь. Камбэчат, да? Да. Похвалить тиммейта? Нормально.
Нам надо просто пушить, и все. У нас Найкс есть, ладно. Пушить надо. Так, Антонио, ты есть, да? Хорошо. Антонио. Блин, я такой бы собрался, знаете, что там, пошел бы на какой-нибудь один лайн, над... ну, топ сломали, низ надо бы как-то. У меня смок есть, можем пробежать. Он Леорик лоу-хэповый. Гоу-гоу-гоу, да, жмакай. Да. Леорик урез собьем. Если он крипов будет бить, я постараюсь через крипов. Единицу мне дай на сикере. Через крипов заберу его, если что, дальше уже с бёрном. Хорошо, отлично. Только крипочка вот этого дай мне. А я сейчас умру, кстати. Не-не, нормально. Ну такая, напоминал. Да куда ты там тпшишься? Ладно. В астрале. Он на Верочку. Нет, он правильно сделал. Нормально. Орчидо. Нету дискоршена. У меня нету, вот тут есть. Дай дескрипшн. Нету дескрипшена, ничего. Дай дискоршен. Такая есть. Замедлил дурынду. Нормально, она минусанец. Как 90. Тут просто жесть, как винтра нарезает, это просто печально для них. Я на низ ТП даю под фарм. Я на низ. Как, я на месте. Я на месте. I'm here. ID. ID твой уже спалили. ID спалили. Мое. Я так и знал. Он сломал ДДшку, бан. ДДшку сломал. Я сейчас тебя сломаю. Он сломал ДД. Кстати, в винтре бы ДДшку еще. Ейма. Да, тут не смысл в ДД, тут смысл в том, что там и так дэмэджа огромное количество. Я спортсмен. Мой. Давай. У меня 400 уже есть. Я, наверное, скайди сделаю все-таки. Че, давайте по кому-нибудь выцепим. Ща, я на базу, у меня маны нету. Стой, иди сюда. Маны нету. Давай это проверим, кто быстрее добежит, короче, куда-нибудь. Ну, кто спортсмен из нас. Давай на базу, кто первый. Да подожди. Телепорт. Читерство. Это читерство. Ты какой-то неправильный спортсмен, слышишь? Это читерство, Антон. Это читерство, да, кстати. Это читерство. Именно с такой интонацией. Это читерство. Это, по-моему. Максимально недовольны. Сюрпризик хотят подраться наверху. Это читерство? Найс, они убежали, как будто реально третий глаз. Прикинь, они в инвизе на них бегут, они убегают просто. Это читерство. Алхимико. Вот и читер. Так, вы на миду, да, суету наводите? А мы убили его. Хорошо. Ну, я предлагаю вот так все-таки. О, Антонио! Антонио! Я отомщу за тебя. Арчидио. Ой. Ау! Оу, I'm sorry. Ладно. Нормально, я задушу. Что она хотела? А почему ты нас продал? Я далеко был. Потому что были скидки. Скидки. Скидки на продажу. Я бы сейчас пошутил. Насчет. А вот надо не сдерживаться. Нет, я не буду шутить так. Ласка магия. Что, Васка де Гама? Васка де Гама, де Мильгама. Ой, жесть, он там уже убивает сам. А, ну это ливер. Ну ясно, только ливера и можешь. Да. О, надо Легу кикнуть просто. Дурак кто сам знает. Что это? Это какая-то из детства, знаешь, что мама там рассказывала. Дурак тот-то там сам знает, что дурак. Что? Ой, бро. Алксемик уже даггер купил так. На 22-й минуте у него Рэдианс и даггер. О, Рэдианс. Лаги! У меня скади почти есть. Вот тут кто-то сейчас будет. Антонио, ты очень далеко, да? Далеко. Бегу я. Опа. Мне единицу дашь, в принципе. Ну, он там не один. У меня нет кнопок. Хорош. Подрезал сухожилие. А чё, почему в меня? Спасибо. Но, по-моему, сейчас танк прилетит. Не, живёшь, дед. Спасибо. Они потерялись. А чё, они очканули, типа, вас? Ну, Найкса увидели без маны и убежали. Блин, Найкс без маны, это настолько безобидное чудище, что не знаю.
Просто не подходи, он тебя даже... Да, типа, Антонио, 1-2 там, в принципе... О, он блинк потратил... куда он? А, блин. 1-2, мне единичку и полетело. За сколько ты... Ой, бро! Что это за урон? А просто... что, я? А, это Rapture. Вообще, ты видишь? Нет! Антонио! Антонио! Я дал. Ой. Ну, антихи, конечно, это Габелла. Я дерусь до Тала. Какой хороший, у меня слово сейчас будет. Я дал тебе вот такую штуку. Хорошо. И я умер. Дерусь до Тала. Разбиваем. А что это тебя? Я до Тала раз. А что это тебя убило? Слушай, там арчит был на лице. Да. С огромным количеством урона полученного. Да. С арчита. А арчит как маледикт работает, да? Но он накапливает весь дэмэдж, который там это, и преобразуется. Если под маледиком, типа, вылетит под маледиком, то маледик не будет дамажить. Под арчидом будет все равно. Я знаю, как маледик работает, как его доджить, а вот как... арчид не знаю, никак, даже, нет, арчид не доджится, ни хилом, ничего. Просто тебя побили, и тебе на него наносится урон. А вот он стан почему жмет? Потому что Ctrl-V сделаем. Ну смешняк, конечно, он. Смешнявки накинул тут мне. Когда? XME0701. Старый бог. Мне все интересно, когда же алхимик-то даст? Я не знаю, я уже с открытым ртом стою. На коленях, да? Блин, осуждаю максимально. Реальная легенда, голос всех поколений. Ну, это за это тоже может такой прилететь. Что происходит? Почему у нас видят? Асад 2005. Он Асадчик. Нам нужен Аркадиок! Да я здесь. Я вот здесь вот буду сейчас. Мне туда надо. Антоха, можешь сейчас посмотри, встань вот так вот, вот как я стою, вот так. Прям так. Он тебя форсануть так, хочет. Так. Нет, это в радио. Давай, я встань, вот повернись. Вот так вот, да? Не, чуть-чуть правее. Да. А ладно, только там файт. Что за байтер, мамкин? Че, погнали? Алхимика, да? Сразу алхимика сбреем. Вот. Накинул. Алхимика. Сразу. Копу пару раз ударю. Не, ты её убьёшь. А чё ты? Бая... это я плохо. Я подхлоп встану, тебя не убьют, Ой, хорош, Антоха, задоджил. Давай, делай. Задоджил. Аборт. Найс. Аборт задоджил, осуждаю. Найс. Хотел сказать призыв, но тоже да. Найс, ты фишку его сбил. Вот сейчас не задоджил. Что это вообще такое задоджил? Это очень плохие слова. Ребят. Нет ничего прекраснее детей. Смотри, не держался. Я просто порвало. Нереально жестко. Это на самом деле просто у меня дочке 1.5 года. И типа, блин, дети это офигенно, вы не представляете, реально. Ой, у меня аж слезы реально от этого смеха. Там еще такая прикольная пауза была. Такая хорошая такая. Осуждаю. Жесть, вот это меня вообще порвало аж нафиг. Я так давно не смеялся с этого. Ой. Ты дербаним человека. Ой, пацаны, ДНДшка есть. У меня дочке 1.5 года, и когда мне плохо, просто за ручку берешь ее, маленькая такая ручка, так, ну, приятно.
Ребеночек, дети, это очень круто. Ща, я тебя спасу, дядь. Спасибо. Что копа хочет от меня? Я выжил. Чуть нет. Ниже подойдешь? У меня нет, брат, кнопки. Мы залили ее. Хорош. Ой, я почти делаю на вставочке, но не получается. У меня еще скулы выпадут. Жесть, вот это я выпал. Как больно. Очень больно. Офигеть. А чего вы вообще заржали, это вообще вопрос. Я не буду говорить. Не знаю, просто так звезды совпали. Не, мне стало смешно, а вы от чего? Я на ютубе напишу. Один дай. Дал. Один даешь? А где? Кто пуч? А где? Кто пуч? Ой. Ломай его. А как он так? Все хорошо, дядь. А как я? А как он увидел меня? Все хорошо. Он наобум кинул. Я тебя захилю. Медас пойду кину. Жесть, ну вот это рофл вообще очень жесткий, конечно. Чем чернее, тем смешнее, вот почему так. Да тут не в этом даже дело, я плохого ничего в том-то и дел не имел в виду, но вот оно как-то так опошляется жестко. Вон, диорики какие-то. Причем само по себе, это любое слово вообще. Нельзя говорить. Все, отойду. Днем надо атаковать. Да, у нас очень тяжело с ним драться. Если Аркадия не будет, если его убьют, мы проиграем. Да, там очень много дэмэджа надо. Ладно, тогда я Solar Crest сейчас возьму. Копа линку делает. Копа Америки. У нее там Йул, по-моему, да, еще? Да, Йул, линку. Я ее типа за 5000 убью. Блин, я сейчас, если так пойдет, если не будет хватать дэмэджа, я просто Буризу докупаю и всех убиваю с единицы. Да мы так и сделаем, лол. Нафиг я, че я парюсь. Давайте Легу продадим с Найксом. Типа драка начнется, просто продадим их. Они умрут и начнем драку тогда. Во-во, на миду. Гоу. Пусть они дерутся. Мы подготавливаем пока. Легу за быстро заберут. Все, погнали. Найкс один там будет. Готовимся. Хорошо, пошла жара. Вы на меня сало какое-то? Вот на... этого, Леорика заберем? На Пудже мой ульт. Я вот так сделаю. Ой, че он не пробивается вообще? А, у тебя... Да. Толстенький. Толстый. Замедляю. Копа только осталось. Байбек, батчер, скелет. Отойдем, отход, ребят. Отход, небольшой отходик делаем. Сейчас уже будет Арктик и кого-нибудь задушим. Пуджа можно. Есть кнопки? А, там много. Ломай его полностью. Все, кляп. Копа убьем. Антоха, я под хук встаю. Нормально, душим. Хорош. Сейчас единица будет на Леора еще. Долететь бы. Да, нажимай. Не достает. Нажми. Не достает, прикинь, не доставало. Я улетаю, пушить не будем. Давайте Буризу куплю. Как думаете? У меня Солар есть. Я Буризу хочу, жесть, чтобы дамажило прям. А то смотрю, дэмэджа не хватает на Леорика, на условного. А с Буризой там столько дэмэджа будет, просто жесть. Стоять! Мое. Нет. Лечу на базу и погнали. Можем Рошана, кстати, забрать. Тоже будет неплохо. Я подойду, отрегенит, подойду. Но под Соларом вообще на изи. Пойдем Рошу. Пусть этого Найкса с Легой отдадим. Ну, будем это, чтобы они погибали. Чтобы они погибали, и двигаемся. Я заваржу руну. А почему курица древом считается? В смысле древом? Я пытаюсь первый скилл дать. Древо неподходящий ответ. Древо? Лола, что такое древо? Начнем с этого. Найкса убили. Вот, попробуй мной дать.
А у меня вообще не горит ничего. Просто... Ну, у меня пишет древо неподходящее. Я ставлю тебе контроль. Контролю. Для туды контролю. Вот это поворот, да? Ладно, буреза есть. Вот это поворот. О, алхимик. Антонио, 1-2. Даггер есть? А, ты без даггера. Давай мы тебе даггер купим, Антон. Мы можем, кстати. Или копи давай. Линку сбил. Все, да, она разлетится сейчас. На кусочки. Опа, я успел. Это подарок. Там еще путь стоит. Да-да-да, накидывай на него тройку, Антон. Я кликаю. Он попал? Ой-ой-ой, если вас кого-то выхукает, это ГГ. Сейчас единица будет. Он не забрал нас туда. Он взорвался на... Я вот так сделаю. Антоха, беги. Выкинул тебя, Антон. Он это, в левора туда еще запихнул. На меня, если что. Я забайчу его на тычку, видно будет. Он не забайтится на тычку. Бей его, ломай ему. Слушай, у него даггера нету. А, Антонио погиб. Погиб герой наших союзников. А че, как мы его будем? Да как, легко. А Урос может делать вещи. Супер. Супер трупер. Вот ждем еще вот так, и я его за один заход. Супер игра. Есть единица, даешь? Да не лагай, блин. У меня тоже повалил. У него шмотка на земле. Просто уничтожил его. Блин, какой же жесткий РДД, да? Жесть. Че, вот еще можешь что-то в дэмэдж сделать? Да, тебе Арктарин очень много ДПСа даст. Прям очень. КДшку думаешь просто? Ну да. 25%. Там каждые 16 секунд это будет, да? А что если Абиссал сделает? 85 дэмэджа дает. И копа прыгнет в упор. Абиссал очень дорогая шмотка. Тоже имею в виду. А почему нет? Типа, отойди. Баш. Ну, зачем? Ай. Да я на время не смотрел, думал, ты... Копа в упор прыгает, хотя у нее линка. Линкин слейв. А что там происходит? Что это такое? Куджи умирают. Пойдем, там драка какая-то, суета. Я вам помогаю, спасибо. Рады? Помогаю. Ой. Крит летит! Не-не-не, там додж. 693 крита, если бы прилетел, но... Че, Нака, че, скинемся Антохина, блин? Надо, давайте блинк ему купим. Ни одного крипа надо только. Забирай. Я думаю, можно типа сделать что-то типа Абиссала, либо еще скорость атаки разогнать. Но Кирасу нет смысла, потому что аура не достает. Кирасу нет смысла. Че, вот здесь примем кого-нибудь, будет кто-то дефить. А если еще Найксом с аурами усилить этого Винтера? Погодите, Тайгер. Эх, я избил Линку двойкой, но ультануть не успел. А я боюсь ультовать Линкин просто. Я двойкой сбил ей. Ох. Не-не, давайте здесь. Либо вот здесь вот кто-то будет. Вот так надо нам по-любому сделать, ребят. Ой, смотри, тут подглядывание. Как же она поливает классно. Вообще жесть. Вот здесь хочу вард поставить, сейчас варды прилетят. Минута молчания. Смотри, везде варды стоят. Ну, молодчиночки, потеют, да? 698. Рошан встал, ребят. Пацаны, у меня Рошан встал. Ты потереби его. Че, пойдем теребить Рошу? Пойдем потеребим Рошу. Может, еще сильнее встанет. Скажи мне свой Аегис. У тебя вытекает сыр. Ой. Сыр вытекает, что? Дал ей. Я очень далеко к первой КДшке. Я улетел просто. Если бы раньше успел, она бы умерла, блинка. Опа, смотри.
останемся. Ну, можем, в принципе. Я готов, я заряжен. Давай, давай. На пуджа вроде попал. Я пуджу сниму, хорошо. Я пуджу снял. Броню. Ну, я наяриваю просто там, под рейнджой. Давай, давай, давай. Бей, бей, бей. Да, блин. Хилер, блин. Очень много дэмэджа, я вот так сделаю. Да, блин, осад. Осадчик. Ой, на вставочку сделал. Муфни. Муфни. Вы вообще видели, как алхимик умер? Это вообще... Там вообще у него просто лицо отваливается. На бедных хореевых как? Не-не-не-не, мы сейчас нарошу. Еще пару драк сделаем красивых. Я куплю шестой слот какой-нибудь, не знаю какой пока. Антохио. Вообще, у меня на самом деле еще 2-3 слота можно сделать. Прикиньте, вот с таким количеством слотов. Смотри на меня. Ага. Вот так вот посмотрю. Ну уже не надо. Чё, ты меня там закроешь. Да где Рошан? А где он реально? Ладно, давайте наколдуем его. Стойте, давайте наколдуем. Надо хороводик вокруг артефакта делать. Подождите. Я сейчас наколдуем, ребят. Жди, я иду. Сейчас колдовать будем. Я покажу вам, как это делается. Берете, ложите сакред, и вокруг сакреда хороводик. Вот так вот. И Рошан должен появиться с минуты на минуту. Она с ним эти думает, что они делают. База кликает там желтый, кто это? Алики он. Пусть тоже с нами побегают. Лол. Ритуальные услуги. О, вот это надо воспользоваться. Вот этим надо воспользоваться. Ом навощипа. Ом навощипа. Может развить его? Не работает. Не хватает маны. Не хват... О! А вы говорили, не работает. Да, в натуре работает. Берите, парни. Дал ему этот минус арм. О, как он сыпется, жесть. Я возьму. Хорош. Че, на Иксу давать. Все, на Икс, гоу. О. Все, продаем Найкса. Я в Леорика попал, в Леорика. Я один раз плюну. Больше не буду плеваться. Антонио, вот так я тебе сделаю. Там Глим, Форс. Да Форс на ему хотя бы. Ну, на кого-то попал еще. Вай. Нормально, я раздамажу. Ща, подождите. Давай. Первый. Дал. А, нет, не дал. Дамага пошла. Ты чё, дурочка, что ли? Хорошая бису. Нормально, да, я дерусь, нормально. Не пробьёт. Я дерусь все равно, нормально. Упор ко мне прыгает, а у меня бисел. Ладно, я сейчас глиммер беру. Она не ожидала. Я жесть? Я жены. Осуждаю маты. Это не мат. Чикатило б тебя. Так, 41-я минута, надо не забудьте это, мат вырезать. Там слово вот... Сейчас. Там хулахоп был, я знаю. Вот это мат. А второе не мат, если что. А где мой? Я сказал жене просто. Или... Желе, или, или жене. Кому жене ты сказал? Ну ладно, 42-я минута, я напомню. О! Опять почва для шуточек осужденных. Да не, ты че, это же... Вечная память. Мужики! Без шуток. Что происходит? Без шуток. Подожди, как это произошло? Это мой клон. Так, ребят, я вам предлагаю... Так. Предлагаю подраться с оппонентами. Лучше с оппонентами. А, я это сказал? Я понял. Я отрываюсь. Я осуждаю максимально. Я осуждаю. Это неожиданно было вообще. Неожиданно было? Неожиданно. Пойдем вот здесь неожиданно сделаем. Я очень заряжен шмотками на сейф. Очень сильно заряжен. Посмотрим, как ты можешь их реализовать. Давай. Мне 6 шмоток нашли. Ждем тут. Залагало? Да, лаги. Это айкап. Лаги, хаги. Пуч! Ой, пуч бедный. Залагал тоже, да? Он залагал.
Он тоже лагал. Но мы тоже лагали. Но мы-то ждали, что кто-то придет. А пришел пуч. Почему? Чумо. У нас админы я тоже. Я считаю, надо крипа-дальника забахнуть. Подговорные. Чумо. Пуч. Актеры. Бой. Актеры по-киевски. Это как котлета по-киевски, только есть актеры по-киевски. Не, я им написал потеть, пусть потеют. Актер. Актеры, в бой! Нифига я нарезал. Потеть. Ты что ты там кастуешь? Найкс, не теребонь. Успокойся. Дал ему это. Я добью. Совар. Я добью. Хорошо. Котлеты. Отлично. Че, ломаем топ тогда? Гол. Можно под колодцем что-нибудь еще. Надо химика убить, что он гасится. А где химик? Гасится. Химик 15 раз дал. О, алхимик. Блин, надо ему дать, да? Ой, доля воровская. Мне ГГ, если форс не дадут. Нет ничего. У меня нет форса. Надо было, наверное, встать. Отстань ты, ё-моё. Ну, у меня, в принципе, есть бубаски. О, мне... Вот теперь точно ГГ. Я пишу... Ой, пишу. Я ТП-шусь, ребят. Я, если что, на месте уже. Ты куда? Я себе его подразумеваю. Тут пуш стоит. Жирный. Нормально. Тут куда ты идешь, там пуш стоит. Ломай его. Полностью. Даю. Хорошо. Дальше, я пожертвую собой. Да, так никого нет пока. Ща, Арктик есть уже. 4 секунды. Это Леорик. Бедная каша. Она не среагировала даже, ничего не было. Да, Солор ему. Хорошо. Я обисал даму, а не дам. Ладно. А че, мы не без рафаги, да? Ладно. Ну, походу. Сегодня без рафаги. Сегодня не кушаем. Блин, ну этот, конечно, минус армор. Ой. Давай, мы встанем. Бей. Ну, встали. Да там БМ, типа, я критану, сдохну. Ну ты понял, да, Туха? Ой, блин, ну рак, да? Жалко, конечно. Байбекай, если мы ломаешь мод. Ребят, ну вот такой получился у нас видосик в целом. Надеюсь, он вам зайдет. Не забывайте поддержать его лайком. Попробуйте с друзьями эту стратегию. Попробуйте набафать Винтера. Жалко, что у нас Bloodseeker зафикшен. К сожалению, в прошлых версиях была стратегия бы намного круче, намного красивее, интереснее. Но я надеюсь, вам этот видос в целом понравится. Спасти рядового Абу-Даби. Давай, Абу-Даби спасен. Ты я бегу. Покупаешь? Я еще шарт купил. Моршан? Моршан, да, еще один купил. Давай мне кнопку. Да. Ох, как лагает. Айкап, не лагай. О, ломаем. Давай. Вот за байчик. Ну, мне дали все кнопки мира. И еще за сейвы, да. Нифига, я там колодец поливаю. Queen of Pain погиб. Не поможем тебе. Я дал все, я все кнопки отдал перед смертью. Убейте его. Антонио. Ой, как наяривают, а? Жесть. Блин, 47 фрагов настреляли, я только сейчас увидел. Жестко. Ребят. В целом, я уже все сказал, пробуйте с друзьями, обязательно поставьте лайк за наши старания, за эту идею. Ребят, спасибо вам большое за то, что помогли реализовать это, очень давно хотел сделать этот видос, но с Bloodseeker, к сожалению, немножечко не получилось. Bloodseeker под фикшен, и в целом, но все равно дамага есть, имеется, пробуйте. Вам понравилась вообще игра? Да. Особенно определенная часть игры. Не, ребят, ну шутки шутками, это просто шутки, да, где-то они бывают прям. Ну, я не скажу, что сегодня как-то жестко шутили. Просто опошляет, наш ум опошляет на самом деле вот эти все то, что там шутки какие-то, да, очень жестко опошляется просто. Я на самом деле плохого ничего здесь не имел, реально. Вообще ничего плохого. А вы что-то имели плохое, что ли? Я никого плохого не имел. Я вас осуждаю.
нету никого. Только хороших, да, Абдушка? Да. Только хороших имеем, все верно. Вот. Ребятки, на этом все, друзья. С вами был Ксаназос и до скорого. Всем пока.